Мы с коллегами изучаем вопрос того, как разворачиваются жизненные маршруты молодежи в образовании на рынке труда в двух контекстах, учитывая некоторые заданные индивидуальные характеристики, которые есть у любого человека, его семья, его базовые способности и так далее, демографические характеристики и динамический институциональный контекст, меняющийся рынок труда, меняющийся ландшафт образования. С чем мы работаем? Мы работаем с данными когортного лонгитюда, который реализует вышка. Начался этот проект в конце 2000-х, но у нас уже сейчас больше, чем 10 волн. Начиная с 2012 года мы наблюдаем одну и ту же когорту. Когорты, рожденных в 1995-1996 году. Особая ценность в чем? Эти школьники, когда мы начали за ними наблюдать, они были участниками исследований международного PISA и TIMSS. То есть мы имеем уникальные данные об их академических способностей когнитивных чистых, то есть не искаженных средними баллами в разных школах и так далее, наиболее чистые данные. И плюс весь комплекс всех остальных. Мы все знаем, где они, что они делали. И мы используем подход, который на самом деле очень давно в социальных науках используется, но родом он из генетики. Как секвенируют ДНК? У нас есть последовательность нуклеотидов, да? Вот это последовательность друг за дружкой. Здесь то же самое. Мы последовательно в каждого человека наблюдаем там ежегодно, если ежемесячные данные, какой у него статус, что он делает. Вот он учится в школе, учится в колледже, учится в вузе, работает или совмещает, временно работает. Мы можем в каждый момент времени про него все узнать. Вот формируется вот такая цепочка. Ну вот условно у нас какой-то есть человек, и вот мы в каждом году ему проставляем статус. Мы ввели таких 9 статусов, вот они обозначены. Мы отдельно развели только учебу в ВУЗе, когда человек не работает, не совмещает, и когда он совмещает. Нам это очень важно, потому что мы поняли, что эти вещи теперь очень важно различать. Мы ввели разную занятость, мы ввели временную занятость и постоянную занятость. Мы ввели неактивность и безработицу. Неактивность – это когда человек не работает, но и не ищет работу. Когда безработица, он не работает, ищет работу, не может найти. У нас таких 9 статусов, вот мы каждого вот так вот проследили. Все 1500. Потом мы вот все, что получили, вот эти цепочки, мы их кластеризовали. Ну, то есть нам же нужно было выявить типичное нечто, да, не просто 1500 анализировать, собрать наиболее типичное. Типичная последовательность. И вот мы таких получили 7. 7 типичных траекторий выпускников вузов к 25 годам. Почему 25? Последняя волна 2021 года, которая нам доступна, все 10 лет мы смотрим. Вот мы видим их траекторию с 15, грубо говоря, до 25. Кому-то там было 16-26, в среднем им 25 лет на момент последней точки. То есть 10 лет мы за ними наблюдаем, вот с 15 до 25. Это мы выявили. Дальше мы, собственно, проверили, просто чтобы для пояснения, дальше мы уже вероятности оценивали, вероятность включения в траектории и вероятность мобильности. Набор предикторов, которые мы анализировали, в случае с моделированием траектории мы взяли все индивидуальные характеристики. Социально-экономический статус в разных измерениях, человеческий капитал, метрику, TIMSS, некогнитивные характеристики и контрольные переменные, ну, такие более-менее традиционные. Вот. В случае мобильности мы моделировали в зависимости от траектории социально-экономического статуса, пола, ну, в общем, тоже традиционно. То есть самая главная вещь была, конечно, первая их выявить. Итого, вот наши 7 траекторий. Здесь мы попытались их представить в наиболее таком человеческом виде, чтобы представить, как это может выглядеть. Вот у нас их 7, здесь они поименованы. Это их представлены с выборки, то есть, условно, по линейной траектории 16% выпускников идет. Что такое линейная траектория? Это значит, человек закончил 11 классов, потом проучился в бакалавриате, не работал, и потом замечательно вышел на работу и работает к 25 годам прекрасно на постоянной работе. То есть это линейно в смысле, ну вот идеально. Дальше мы не придумали какие-то очень творческие названия, возможно, нам надо подумать. Короткое совмещение. Что имеется в виду? То же самое, значит, после 11 класса поступил в бакалавриат, но уже работал одновременно. Прям все время обучения работает, совмещает. Потом перешел на постоянную занятость, и все. Вот отличие здесь. Есть вариант, а их 19%. Кто пошел дальше, кто и в бакалавриате работал, в общем, работяжка, и в магистратуре работал и совмещал, и вот сейчас в постоянной работе. То есть это такой длинный вариант. Есть вариант длинный, линейный, который похож на вот этот, Но в бакалавриате только на старшем курсе попытка поработать, а до этого обходилась без. Но есть совершенно уникальная траектория. Я вот лично очень хочу узнать, где эти люди живут. У нас даже вышки таких нет. Вот у меня в магистерской программе. Отложенное. Отложенное – это такой немножко отсылка к отложенному взрослению вот этой вот категории, когда ребята к 25 годам начали работать только после того, как магистратуру закончили. То есть это люди, которые вот стерильно только учились. Но такой спойлер – это люди самых высокоматериально обеспеченных семей, очень способные, вот могли себе позволить. Вот такой случай. Но у них сейчас не просто. Их выход на рынок труда оказался сложным, но об этом чуть позже. Вот такая есть уникальная траектория. И есть две другие. Транзитная, вот та самая. Это то, что я вам подсвечивала. Когда из 9 класса в среднее профессиональное, потом бакалавриат, там начинается работа, и вот сейчас какая-то постоянная работа. Есть сложная траектория, турбулентная, в которой есть и неактивность, и безработица, и какие-то метания туда-сюда. Вот она есть. В ней у кого-то была магистратура совмещенная, кто-то бросил магистратуру, оказался в неактивности, и вот сейчас вот в этом промежуточном положении. Вот это такая самая неустойчивая траектория. Остальные выглядят так. Сразу же уточню, что мы соотносились с международными исследованиями, которые есть по другим странам, чтобы понять, насколько траектории наши более устойчивые, ну, не знаю, и так далее. У наших значительно более они линейные. То есть в них меньше проблем неактивности, безработицы, но это в силу специфики рынка труда, который, в общем, находится в большом дефиците, как вы понимаете, и размера молодежной когорты в России. Теперь про то, чем они друг от друга отличаются. Здесь немного статистики. По отличникам. Посмотрели по отличникам, которые в 8 классе в TIMSS оказались в верхнем квартире. Ну, лучше всех справились. Мы видим, что среди транзитников таких только 12%. Ну, мы понимаем, они все-таки, как по нашей картинке, с низкой успеваемостью, ну, с высоким социально-экономическим статусом. У остальных плюс-минус высокие, но, смотрите, очень высокие вот у отложенной, у длиннолинейной, линейной. Все у них хорошо. 40% было очень успевающих среди них. Дальше. Ресурсы семьи. Оба родителя с высшим образованием. Мы видим вот этих самых отложенных, которых половина почти. Это дети, выросшие в семье с двумя родителями с высшим образованием. И видим на противоходе транзитников с 18, например. То есть отложенные – это вот как раз вот те, кто не работал до момента окончания магистратуры. Теперь про трудовой доход в сфере занятости. Вот здесь про отложенных можно загрустить, потому что они только вышли на рынок труда, не имея опыта работы. И у них на этапе вот 25 лет в 2 раза ниже трудовой доход, чем у остальных по выборке. То есть, условно, у их 25-летних сверстников, а у тех, кто тоже университет закончил. Но, как мы знаем, в дальнейшем очень быстро они наберут потом в дальнейшем, но вот в точке, в моменте они меньше зарабатывают. А лучше всего зарабатывают те, кто совмещал учебу и работу, кто накопил стаж, теория человеческого капитала в действии. Соответственно, у них выше 100% средний по выборке трудовой доход. То есть они накопили стаж, соответственно, их выход... формально на рынок труда оказался еще более гладким. По сферам занятости мы здесь что пытались поймать? Все-таки мы понимаем, что условно можно трудиться в наиболее квалифицированной части сферы услуг. Мы понимаем, что сфера услуг доминирующая сфера занятости, если грубо делить. Но там есть высококвалифицированные, есть менее. Ну, соответственно, какие-то бытовые услуги, потребительский сектор и так далее. Вот... Если посмотреть, тут, конечно, плохо видно, но верхняя часть, вот это высококвалифицированный сегмент услуг, а внизу не очень квалифицированный сегмент услуг. Вот здесь нам тоже казалось очень важным увидеть, что, например, отложенные, несмотря на то, что у них не очень дела, они работают только в таком секторе, который высококвалифицирован, они не пойдут в бытовой потребительский сектор. И это, кажется, очень важно. Дальше мы, собственно, хотели понять, а что же... приводят в эти траектории. Мы задавались логичным вопросом все тем же, как ранние условия, то есть их статус семьи, их способности, некогнитивные навыки, ну, какой шанс попасть в ту или иную траекторию? Что узнали? Высокие образовательные ожидания родителей в отношении детей, ну, что они точно говорят, ты закончишь магистратуру. Вот ты вот хочешь, не хочешь. Это спрашивали в очень раннем возрасте. Спрашивали, когда дети в 8-9 классе. У них спрашивали, что их ребенок получит как наивысший уровень образования. Увеличивают шансы оказаться в траектории вот это длинное совмещение, когда ребенок и в бакалавриате, и в магистратуре работает, но все заканчивает. Вот здесь он увеличивает шансы. Вот этот фактор срабатывает как значимый. Высокий культурный капитал семьи. Мы мерили, там, мучились с этим индикатором через дифференциацию качество книг, которые дома, через то ли художественную литературу, мы там мучились, чтобы определить. И мы видим, что он, опять же, увеличивает шансы попасть вот в эту траекторию, когда ты учишься, закончил все уровни, еще работал, и стаж все накопил, и зарплата у тебя теперь хорошая. Увеличивает шансы и уменьшает шансы на вариант, когда ты только бакалавриат закончил. По отличникам, по TIMSS, мы видим, что все траектории, которые с магистратурой, в общем, связаны. Что там, скорее всего, отличники. И снижается транзитный. Ну, уже поняли, что транзитники менее, в общем, способны академически по сравнению с остальной выборкой. И здесь очень интересные выводы по некогнитивным навыкам, по открытости, закрытости и добросовестности. Вот мы знаем из теории, что открытость, она, в общем, положительно связана с шансами занять место. Ну, в общем, нужно ходить на собеседование, как-то себя продавать на рынке. Кажется, даже в бытовом смысле понятно. И мы здесь тоже нашли это подтверждение. Закрытость уменьшает шансы на две траектории, которые связаны с ранним выходом на рынок труда, с совмещением, с накоплением вот этого человеческого капитала. Это очень хорошо. И добросовестность. Добросовестность, мы видим, тоже соответствует теории, увеличивает шансы на траекторию, в которой люди активно совмещают учебу и работу. Ну, то есть вот было, конечно, приятно, что основные закономерности соблюдены даже на нашем таком нетрадиционном дизайне, когда мы берем траектории. То есть предикторы мы узнали. Итого. Отличники. Скорее всего, если ты отличник, скорее всего, окажешься в траектории с магистратурой, скорее всего, которая не с работой, а именно с учебой. Высокие образовательные ожидания родителей связаны с тем, что в магистратуре окажешься, но, скорее всего, будешь работать еще одновременно, реализуя этот потенциал. И некогнитивное. Если, в общем, ты обладаешь открытостью, то шансы, что ты окажешься рано работающим, выше. Теперь про успешность. Если мы с вами сейчас поделим сомнениями, что можно считать успешностью траектории, мы с вами явно не сойдемся во мнении, их будет очень много. Ну, первая вещь, которая меряется, все, уровень заработной платы выпускника, как вы понимаете. Там, естественно, с корректировкой на региональные коэффициенты, там на отрасли, можно там миллион всего сделать. Ну, мы упремся в этот показатель просто, он ключевой. Мы можем встретить такой более тонкий показатель, когда меряется не доход, а меряется расход. Это сейчас самый главный способ измерения уровня жизни. Это сколько, как ты тратишь, важнее, чем ты вырабатываешь. Вот. Есть такой способ померить, собственно, успешность. Ну, место в социальной иерархии, ну, собственно, понятная вещь. Можно пойти через благополучие, удовлетворенность, вот психологические различные контексты. Тоже очень важная история. А есть вот еще один вариант. Углубить историю с местом социальной иерархии, померить социальную мобильность, а именно, ну, живу лучше, чем родители, или живу не хуже, чем родители, грубо говоря, в долгосрочном смысле. И это одна из самых сенситивных вопросов, потому как вот в дальнейшем будет следующий такой график, который показывает то, что мы становимся умнее формально, ну, то есть охват высшего образования по всему миру растет, а в смысле доходной мобильности она не соответствует. Мы скорее вниз идем. То есть мы очень умнее, но зарабатывали не больше, чем родители, которые были менее образованы. И это проблема. Ну, социальное напряжение вызывает, потому что ты ожидаешь каких-то бенефитов очень больших от того, что находился в очень красивом здании какое-то время. Так вот, мы все-таки взялись. Это не значит, что чем-то они негодны. Мы работаем со всеми. Мы взялись вот в последней работе за социальную мобильность, потому что она как будто бы укладывая туда важнейшую вещь вот этого перехода в другую социально-экономическую группу или сохранения в своей высокой. Это, кажется, важнее, чем просто абсолютные цифры доходов, потому что это более комплексный конструкт. Вот, мы взялись за него. И вот в качестве мотивации, чтобы на слово не верить мне, про то, что есть вот эта дивергенция образовательной мобильности и доходной мобильности. Ну вот, здесь мы видим, к сожалению, по России таких данных нет. Поэтому американские данные, они, когда вышли в 17-18 году, совершенно разорвали всю литературу. Здесь что показано? Это годы рождения людей с 40-го по 80-е. И, соответственно, доля детей показана, которые зарабатывают больше своих родителей. Рожденные в 40-х годах почти все зарабатывают больше своих родителей. Ну, во многом это можно объяснить. То, условно, 50% рожденных в 80-х, ну, то есть, условно, 40-летние люди, там, 35-летние люди, уже только половина из них зарабатывает больше родителей. При этом охват высшим образованием у этих людей вырос. То есть, то, что я говорила, они умнее формально по документам, но лучше, чем родители, они не могут перескочить. Ну, только половина из них смогла. Остальные только сохраняют. То есть ты получаешь образование, чтобы не упасть ниже. а не чтобы подняться наверх. Это такой принципиальный, как бы болезненный момент. Поэтому мы и взялись за вот эту социальную мобильность межпоколенческую. То есть посмотреть успешность через эту призму на нашей вот этой группе 25-летних. Это нам показалось интересным. Но мы решили тоже еще один сделать такой интересный методологический заход, как можно мерить эту мобильность. Вот доходным образом, объективный способ, доходная мобильность. Он доминирующий, экономисты очень мощно сейчас занимаются, классический. Есть еще простой образовательная мобильность, ну то есть родитель с СПО, ребенок с высшим образованием, ну или наоборот, вверх или вниз случилась мобильность. Профессиональная мобильность, потому что мы понимаем, что человек даже, имея диплом высшего образования, может работать неквалифицированной занятостью и наоборот. Профессиональная, там ребенок, не знаю, квалифицированный рабочий, а родитель руководитель. Случилось движение вниз. Но есть очень интересная штука, которой занимаются социологи и культуросоциологи. Субъективная мобильность. Это собственное представление о статусе, который ты занимаешь в обществе. Типовой способ – это 10-бальная шкала. Разметь себя, покажи свое место в социальной иерархии. Учитывая свое положение, любое материальное, социальное, все там, власть, все что угодно. Разметь. И разметь своих родителей, условно говоря, или родители спрашивают разметить. И мы смотрим этот разрыв. В чем сила этого варианта? В том, что, оно все-таки связано, эмпирически связано, корреляция очень высокая, с объективной, но шире, потому что в доход все не выходит, в профессию все не входит, а тут комплексное. Вот человек, он себя комплексно ощутил. Я на 7-ке нахожусь, 10-бальной, или я на 4-ке. Но, как мы понимаем, люди тоже стремятся в середину, поэтому чаще всего все оценки стремятся в середину, но, тем не менее, мы решили в нашей работе оценить и то, и то, и посмотреть разницу, потому что это тоже очень симптоматично, как себя субъективная мобильность случилась, а как случилось по материальному положению. И это кажется любопытным. Вот. И мы вот это вот погрузили на наши данные. Что мы получили? Это наши те самые 7 траекторий, наши выпускники вузов, 25-летние. И вот их мобильность относительно родителей. Это субъективные, как они себя почувствовали, а там объективное по материальному положению. Что мы нашли? Кто самый успешный? Опять все те же длинные совмещения. Кто учился в бакалавриате, в магистратуре и работал, у них статистически значимо чаще 33% находятся в восходящем паттерне, наверх, и в объективной тоже 34%. А есть очень интересный разрыв, не сходится когда. Вот, например, возьмем транзитников. Субъективно они чувствуют 64%, что они все воспроизвели статус. Но смотрите, у них родители чаще всего с высшим образованием. То есть они вернули себе статус. Ну, то есть я теперь не спошник, я теперь закончил вуз, все, родители спокойно. Субъективно я воспроизвел, а не наверх пошел. Но по показателям объективных, по мат-положению, они все-таки в плюсе оказались относительно родителей. Но субъективно это не чувствуют. И это интересно, вот эти разрывы. Как вы понимаете, самая грустная ситуация сложилась у отложенной. Те, кто не работали, те, кто из привилегированных семей, учились бакалавриат, магистратура, весь цикл, и не работали. У них только 16% пошли вверх и 24% по объективным показателям. То есть, смотрите, здесь, так как эти показатели очень хороши чем? Они не учитывают образовательный уровень родителей, то есть мы смотрим не образовательную мобильность, им куда уже мобильность обеспечивают, да? Родители с высшим, они с высшим. Мы ничего не увидели. А благодаря тому, что мы смотрим субъективную оценку, я себя как чувствую, где мои родители находятся, и по мат-положению, все понятно. Но здесь важная ремарка. Если они из привилегированных семей, значит, они высококвалифицированы, значит, они хорошо зарабатывают. Ну, то есть мы понимаем, что человек в 25 лет себя с родителями сопоставляя, еще как-то, возможно, они, очевидно, по мат-положению туда не дотянутся. Поэтому здесь чуть-чуть можно успокоиться, что, возможно, они догонят. Но уже симптоматично. Они не чувствуют себя как бы в движении наверх и даже не особенно в движении в середину. Они находятся в движении вниз. Если у тебя родители оба с высшим образованием, то шансы дотянуться до них невысокие, поэтому это снижает шансы на восходящую мобильность по материальному положению. Ну, то есть ты просто 25 и успеваешь догнать своих родителей по мат-положению, но субъективно повышает шансы, потому что человек из привилегированной семьи чаще всего размечает свое пространство и себя в обществе выше, чем даже по факту есть. То есть интереснейшее противоречие, когда субъективно ты чувствуешь себя, в общем, ого-го, но по факту, естественно, еще не успел в материальном положении. Очень любопытно сработал параметр пола женщин. Очень любопытно. Смотрите, если субъективно размечать, то женщины пол женщины повышает шансы на восходящую мобильность. То есть я закончила университет, все сделала, я молодец субъективно, я молодец. Объективно, в смысле материального положения, снижает шанс. Ну, мы знаем про гендерный разрыв 30%. То есть, скорее всего, объективно она внизу, но субъективно все неплохо. Это специфика гендерной социализации. Но здесь мы нашли самое главное подтверждение нашей гипотезы о том, что учеба и работа, их совмещение – это какой-то хороший фактор стал. Мы увидим, что обе траектории, где есть совмещение интенсивное во время обучения, обе связаны с повышением шанса на мобильность восходящую. Обе связаны. И по мат-положению, и субъективно. Мы это увидели. То есть у нас в нескольких совершенно разных дизайнах мы увидели одно и то же. Самая главная вещь, которую... Возможно, это даже мотивация была лично моя начинать это исследование. Я хотела показать, что траектории и стратегии разные. Что все не сводится на срезовую статистику. Закончил такой-то диплом, имеешь такой-то диплом. Что жизни очень разные, несмотря на то, что формально все похожи одного возраста. Мы увидели разную ситуацию, когда есть отложенное взросление, а есть карьеристы, которые с 18 лет пашут просто параллельно вместе с учебой. Разные. Есть вынужденная подработка, есть вариант, когда это стратегия. Я подрабатываю, чтобы накопить стаж, а значит, специфический человеческий капитал, и потом лучше зарабатывать. Мы видим, что это работает. Разные стратегии. Мы видим, что параметры человеческого капитала важнее, работают сильнее. То есть академические способности, не когнитивные. И два других вывода. Мы видим, что нелинейность траектории, когда мы не просто закончил, работаешь за станок, вперед. Нелинейность – это какая-то новая норма. Образование, работа вместе, переходы во временные занятости, переходы, втекания, пробы разного, возврат в образование. То есть не поступление сразу, взять несколько лет, подумать, определиться, вернуться. Мы видим на данных, и наш подход к тому, как мы это изучаем, позволяет это видеть и фиксировать эту нелинейность. Образование, работа – это формула, по сути, успешной траектории. Это ключевые выводы, которые хотелось бы обсудить. Да, спасибо большое.